Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области совместно с региональным управлением ФСБ России при участии Росгвардии пресечена деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода. Установлено, что предприятие внесено в реестр опасных производственных объектов, но у владельцев отсутствовала лицензия на его эксплуатацию. Следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъята бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, свидетельствующая о незаконной переработке нефти и последующей реализации нефтепродуктов через фиктивные компании. Доход, полученный от противоправной деятельности, превысил 60 миллионов рублей. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к организации нелегального бизнеса.